Здравствуйте, Анастасия. По-моему, вы намного лучше себя ощущаете по сравнению с Олимпийским чемпионатом в России. И видно, что, по-моему, уже как бы вы более серьезно настроились на чемпионат мира. То вы все-таки так немножко как бы легкомысленно относились, но по-моему сейчас серьезнее. По-моему, готовы дать бой на чемпионате мира. Ну, конечно, мы все готовы, вся сборная готова дать бой, поэтому мы не зря отобрались на чемпионат мира. Мы работаем, готовимся к нему, поэтому, конечно, мы все в боевом настроении. То есть вот этот 50 метров, я правильно понимаю, то есть вот как бы для себя определили, что вот эта дистанция именно сейчас она как раз ваша, то есть как бы оптимальная как бы такая дистанция? Ну, это спринт, да, сейчас, наверное, я больше тягачу к нему, и работу мы делаем больше под спринт. Ну, и сотню тоже будем плыть, работать, как бы под нее тоже делаем работу, нужно ее плыть, поэтому работаем мы и в этом направлении, и в этом направлении. То есть, я так понимаю, 50 метров, а эстафеты будете плавать? Да, конечно, буду эстафеты. То есть, надо помочь команде, да. Потому что, на самом деле, по-моему, или мне так кажется, появляется команда, которая может претендовать на медали, или мне так кажется? Появляется, конечно, мы всегда боремся за медали. Когда-то что-то не получается, но надеюсь, как бы в этом году получится. По крайней мере, мы будем работать и будем стараться. А понял, там еще будет и такая, и комбинированная, по-моему, смешанная, да, тоже будет эстафета. Да, смешанная эстафета, да, и комбинированная женская. Тем более, мне кажется, смешанная эстафета точно шансы хорошие. Ну да, но не факт, ну как бы как кто все-таки плывут там три в матче девушки, поэтому вряд ли удастся принять в ней участие. Поэтому... Но если повезет, то вы будете бороться, ну, возможно, до конца. Возможно, да. Ясно, значит. Ну и такой вопрос, значит, вы как планируете после окончания сезона на короткой воде выступать зимой? Ну, и как? Скорее всего, да, получится выступить на какой-то этапе Кубка мира. Вся сборная сразу после Будапешта едет сюда. И я думаю, что если все будет складываться хорошо, то тоже приму участие. То есть пригласите наших болельщиков прийти еще? Конечно, и... Конечно, всех приглашаю прийти в спорткомплекс Олимпийский на этап Кубка мира, посмотреть не только на международных звезд плавания, но и на наших российских звезд плавания, на молодую. В общем, на всю сборную России поддержать, приходить, мы будем очень рады. Спасибо большое, удачи. Все, спасибо.